Біля ротонди відбулося свято – третій щорічний конкурс «Пісні у моря». На глядачів та учасників чекали яскраві враження та гарний настрій. Конкурс проходить за ініціативи народного депутата України, почесного громадянина Одеси та Затоки Сергія Ківалова. Проводим полуфинал для того, чтобы выявить лучших, и лучшие будут выступать в финале в Затоке через 2 недели. Самые талантливые дети у нас именно в Одессе, самые лучшие дети именно здесь. Но нужно их слышать, нужно принимать участие в отборе. Нужно поддерживать их. Для багатьох вокалістів подібні конкурси, такі як «Пою о тебе, я, Одеса моя» і «Пісні у моря», стали справжнім трампліном на велику сцену. Настолько они талантливы, что работают во всех концах света после того, как проходят здесь этот конкурс. Я вот уже несколько раз вспоминал Игоря Онищенко. 5 лет он исполнял свои песни, оттачивал свое мастерство, будучи студентом Национального университета Одесская юридическая академия. Именно здесь каждую субботу он приходил, и у него очень много поклонников. Услышали, увидели, мы рекомендовали его, и он сегодня солист Венской оперы. Для молодих виконавців це шанс заявити про себе, перейняти досвід та отримати за свої старання подарунки та призи. Наш конкурс з кожним роком все більше і більше набирає оборотів. Колосальне кількість людей приходить до нас і хоче, щоб їх услышали, хоче показати свої таланти. От, наприклад, на відборочному турі прийшло кілька сотень чоловік. Нам, звісно, було тяжело фізично всіх переслушати, але ми переслушали. Выбрали лучшие номера, а сегодня выберем самые лучшие, которые поедут в Затоку 13 июля на наш финал. Но наш конкурс, который проходит по инициативе при поддержке Сергея Васильевича Кивалова, наоборот, благотворительный. Мы дарим шикарные подарки, шикарные призы и, конечно же, денежные премии. На сцені виступали найкращі виконавці, які пройшли суворий відбір. Виступи учасників оцінювали та давали поради професійні судді. Учасники із захватом розповідають про участь у конкурсі та підготовку. Приймали участь як і сольні виконавці, так і колективи. I never used them. Your goodbyes left me with eyes that cries. How can I? Нам очень нравится. Мы прошли в полуфинал, и погода не мешает нам для кайфа, для веселья. Все прекрасно. Лично мне очень сильно нравится. Сергею Васильевичу Кивалову огромное спасибо за такую атмосферу, за такой конкурс. Все очень круто. Серьезно, все просто великолепно. Это такие огромные эмоции, просто шикарные, позитивные. Публика очень отзывчивая. Мне очень интересно было участвовать в этом конкурсе, и сейчас очень интересно, потому что в этом конкурсе очень много интересных подарков и интересных развлечений. Вот, например, в прошлом году я получила такой приз, как приз зрительской симпатии. И мне подарили именные часы от Академии. Мне очень интересно участвовать в этом конкурсе от Сергея Васильевича Кивалова. Когда я выступаю, я немного волнуюсь, но когда я уже выхожу на сцену, я больше понимаю, что развитие идет, и я дальше еще лучше сопротивляюсь с этим страхом. Но так мне нравится на этом конкурсе выступать. Свято припало до души не лише малечі, а й дорослим, які теж охоче підтанцьовували та підспівували. Багато одеситів прийшли цілими сім'ями. У меня 2 дочки, старшая и младшая, принимают участие. Спасибо большое. Шикарный конкурс, очень качественная музыка, техника, подход. Спасибо большое, все очень здорово. А дети – это наше будущее. Мы очень довольны. Вот посмотрите, сколько людей в горсаду. Все с удовольствием останавливаются, смотрят. И знаем, что от этих талантов в будущем будет будущее. Певцы прекрасные, танцоры. Это наше будущее, наша радость, наше счастье. Все очень нравится. Мы участвуем первый раз в конкурсе. И мы вот прошли полуфинал и очень рады. Нам нравится. Спасибо большое за такой конкурс.
Конкурс вже 3 роки об'єднує величезну кількість вокалістів не лише з усієї Одеської області, а з усіх куточків України. Він зародився на основі іншого вже легендарного конкурсу «Пою о тебе, я Одеса моя», який присвячений дню народження нашого міста. І фінал проходить у ротонді міського саду. А фінал конкурсу «Пісні у моря» проходить на базі відпочинку в Затоці, на самому узбережжі. Минулого року до складу журі увійшла переможниця телепроєкту «Шанс», засновниця Академії мистецтв «Муза Продакшн», аспірантка Одеської юридичної академії, популярна співачка Валєвська. На переможців конкурсу «Пісні у морі» чекають цінні призи та подарунки, серед яких безкоштовний запис пісні на професійній студії, відпочинок на базі у Затоці та багато іншого.